Одни из самых примитивных на Земле животных, моллюски, все чаще используются людьми не только как деликатес, но и как объект научных исследований. Мягкотелые существа незаменимы в качестве тест-модели при экспериментах, потому что их организмы устроены и работают очень просто. Причем добыча их, что немаловажно, тоже труда не доставляет. Перловицу или беззубку можно найти практически в каждом водоеме страны. Они похожи на устриц, только в пищу непригодны. До недавнего времени они шли разве что на производство перламутровых пуговиц. Сегодня ученые нашли им еще одно применение. Оказывается, моллюски – отличные биосенсоры. Необычную особенность исследователь Петр Машкин использует в лабораторных экспериментах, собранных в подмосковных реках Оке и Угре моллюсков. Он помещает специальные сосуды и подключает к инфракрасным датчикам, фиксирующим их пульс. После этого добавляет в воду различные вещества, которые используют промышленные предприятия. Если среда загрязнена, они начинают закрывать раковины, и увеличивается это самое время кардиоритма, то есть сердце начинает биться все медленнее и медленнее. Для ученого важно определить порог чувствительности животных к опасным соединениям. Эти данные пригодятся на очистных сооружениях, фильтры которых не справляются с новейшими химикатами, попадающими в воду. Впрочем, самым перспективным направлением, считают биологи, является все-таки не контроль качества воды, а медицина. Не исключено, что в будущем список полезных способностей моллюсков станет еще шире, ведь в мире известно свыше 150 000 видов этих животных, и далеко не все они исследованы.